I love your style, baby. Come on. Смотрите программу Love Style. И сегодня у нас в гостях певец, автор-исполнитель, продюсер, актер, танцор Влад Соколовский. Спасибо большое. Да, поздравляю. Спасибо. Слушай, надеюсь, ты на нас не обидишься, о творчестве мы поговорим чуть позже. Все, очень хотим поговорить про свадьбу, потому что мы с Лерой смотрели фотографии, и вы прям с Ритой как голливудская пара, такие шикарные. Я не сомневался, что это будет первой темой. Честно, я никогда не думал, что такое событие, оно будет настолько светским, что оно будет вот так вот освещаться, потому что, ну, как-то вот в голове складывалось так, что это должно быть какое-то закрытое мероприятие, где будут только свои, что там не будет никаких камер и ничего. А так получилось, что когда я сделал предложение, мы сели просто общаться на тему там организации всего этого, и как бы нам хотелось это видеть, получилось так, что мы бы оба хотели сделать это, ну, прям вот на полную катушку, ну, гулять так гулять. Слушай, а я знаю, что у этого кольца очень интересная история, у твоего кольца и у Ритиного, расскажи мне, да. Пожалуйста. Эти кольца сделаны из фамильной, собственно, реликвии, потому что когда-то эти вот бриллиантики, это были бабушкины серьги, когда-то бабушка передала их маме, вот, сказала, чтобы она передала их дальше. Поэтому эти кольца, ну, мы вообще не снимаем никогда и нигде, вот всегда с ними. Это были новости от Влада Соколовского, а прямо сейчас у нас новости моды. На этой неделе американский журнал Forbes назвал самых дорогих моделей планеты. Так вот, моя землячка Наталья Водянова вошла в пятерку лучших и самых богатых. Ее годовой доход составил 5 миллионов долларов. Гордимся Наташей и отдаем ее первую строчку в нашем рейтинге модных новостей. Сколько стоит рекламный контракт этой юной леди, не знает никто. Такому началу карьеры можно только позавидовать. Дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, Лили Роуз Депп, стала официальным лицом бренда Шанель. А ведь ей всего 16. В сети уже появилось видео с первых съемок. Девушка рекламирует очки, усыпанные драгоценными камнями. Лили Роуз ошеломительна. Она представительница молодого поколения с врожденными качествами звезды, сказал Карл Лагерфельд, лично пригласивший юную красотку стать лицом марки. Ну а теперь о модных трендах. Здесь все внимание общественности приковано к роскошным бантам в стиле 70-х. Например, на осеннем-зимнем показе Gucci модели выходили на подиум в застегнутых наглухо шубах, поверх которых были завязаны пышными бантами шелковой ленты. На шоу «Валентина» банты украшали объемные свитера с ярким рисунком, а «Шанель» предлагает сочетать банты с жемчужными бусами. Прелесть этого тренда в том, что его очень просто перенести с подиума в реальность. Еще один простой в исполнении суперактуальный тренд – черно-белая геометрия. Геометрические принты не раз становились предметом интереса дизайнеров, но еще никогда не оказывались настолько изобретательными и не открывали такое разнообразие форм и оттенков, как в наступившем сезоне. Ромбы, трапеции, квадраты, прямоугольники, кружки – экспериментировать можно бесконечно. Это модные сочетания уже взяли на вооружение Диана Крюгер, Оливия Палермо, Виктория Бекхэм и Элина Слободская. Конечно, Элина пока еще не стала мировой знаменитостью, но о ней уже узнали миллионы. А все потому, что она выложила свое фото в соцсеть с хэштегом LoveStyleLook и стала победительницей нашего конкурса. Кстати, конкурс на лучший лук на нашем сайте продолжается. Выкладывайте свои образы в соцсети с хэштегом LoveStyleLook, и о вас узнает вся страна. I love your style, baby. Влад, вот скажи, а вы сейчас с Ритой Дакотой выступаете вместе? Мешает как-то семейная жизнь, творчество? Мы выступаем вместе дома. По ночам и соседям. Каждый по очереди выступает. Ну, на самом деле нет, пока что мы не выступали вместе. А давай что спорите? Как правило, вообще не спорим. То есть, прям но если споры какие-то возникают, то все заканчивается тем, что либо я, либо она. То есть мы просто приходим к тому, что это вкусовщина, и как бы у каждого свое мнение, и это нормально абсолютно.
Уже несколько поколений люди спорят, какие брови считаются самыми красивыми. Но факт остается фактом. Широкие густые брови будут в тренде еще долго-долго. Так что сегодня давайте попробуем их нарисовать. Я вас, наверное, сейчас удивлю, но для бровей есть помада, тушь, гель, карандаш, кисточка и куча-куча всего. На самом деле вы можете пользоваться чем угодно и чем вам удобнее. Главное знать три секретные точки идеальных бровей. Сейчас я вам их покажу. Первая точка проходит через вот эту вот ямочку над нашей ноздрёй. Здесь начинается наша бровь. Вторая точка проходит от ноздри через зрачок. Смотрите, вот так. Здесь начинается хвостик брови. И третья точка проходит от ноздри через внешний уголок глаза. Теперь, когда мы знаем эти три идеальные точки, мы просто их соединим. Поехали! Использовать я буду вот такую кисть и помаду для бровей. Посмотрите, какие они классные! Это выглядит, может быть, немножко странно, но на самом деле, поверьте, очень удобная штука, решила вам показать. Буду использовать оттенок, который чуть посветлее, чтобы точно не переборщить ни с чем. Итак, берем зеркало, начинаем рисовать. Никогда не начинайте бровь сначала брови, как это бы странно ни звучало. Дело в том, что это будет просто смотреться неестественно, если прямо около переносицы вдруг у вас появятся огромные кустистые густые брови. Ну все, отлично, мы дорисовали первую бровь. Вы можете уже увидеть, мне кажется, разница заметна, да? То есть эта бровь выглядит аккуратнее, чем вот эта. Теперь главное закрепить всю эту красоту. Я использую прозрачный гель для бровей, можно использовать тушь для бровей. Это специальная тушь, не надо использовать тушь для ресниц, чтобы закрепить брови. Обязательно закрепите хвостик, я вас прошу. У меня вот лично с хвостиками беда. И у нас остался финальный штрих. Берем тени, самые светлые, набираем и переносим под бровку. Таким образом мы поднимаем брови. Так, ну что, с бровью мы разобрались. Давайте нарисуем вторую бровь и посмотрим на общую картинку. Отлично, все, я дорисовала брови. У меня тут бардак полнейший, но это творческий процесс, зато брови нарисовала. Я надеюсь, вам понравились эти маленькие советы. Девочки, рисуем брови, ходим красивыми, модными, что самое главное. И не боимся экспериментировать. I love your style, baby. Влад, а кто у вас в семье главный модник и шопоголик? Пока Рита нет, можешь говорить честно. Я отвечу честно, это все-таки Рита, но я могу сказать, что и у меня, и у нее абсолютно спокойное отношение к вещам. При этом, когда она идет в магазин и спрашивает меня, что мне нужно купить, я говорю, купи мне, пожалуйста, там три белые футболки, три черные, три серые, потому что это три... И одну розовую. Потому что это три цвета, которые я вот, в принципе, ношу по жизни. Белый, черный и? И серый. Ну, серый любимый цвет, да. Ну, а я на этой неделе подобрала... Очень симпатичный лук, на мой взгляд. Интересно? Да, давай посмотрим. Смотрим. Если красный цвет на дороге, значит стоп, то красный цвет в одежде в этом сезоне – это сигнал к действию. И сегодня я вам продемонстрирую, как, используя всего несколько вещей в гардеробе, выглядит стильно, а главное – недорого. Красный цвет – это, конечно, беспроигрышный вариант, но немного опасный, потому что здесь главное правильно сочетать цвета и не переборщить. Ну вот, к примеру, беспроигрышный вариант – красная блузка, черные брюки, и вот вам день рождения шефа на работе. Ну, а мне хочется чего-то более праздничного. Вот прям птички на душе поют, несмотря на то, что осень, я пошла искать праздник. Итак, приготовьтесь. Универсальный вариант. Все в одном. Тебе и юбка, и платье, и брюки, и все что угодно. Посмотрите на этот комбинезон, это же просто идеально. С одной стороны все закрыто, с другой стороны, посмотрите на эти пикантные вырезы. Нужна какая-нибудь накидочка, обувь и все. О, отличная штука. Это вроде тренча, но называется кейп, потому что у него вот такие вот скрытые рукава. Оп. И эта штука идеально подойдет под комбинезон. Ну что говорить, можно бесконечно, нужно мерить. Я думаю, что вы понимаете, что к красному комбинезону красные туфли – это уж слишком откровенный крик души. Поэтому я остановлюсь на черных простых лодочках. Вот, кстати, и они. Ну, выбор нижнего белья для моего наряда я вас посвящать не буду, а вот аксессуары давайте выбирать вместе. Нужно что-то, опять же, очень аккуратное, чтобы не было перебора. Вот, здравствуйте, я египетский фараон Валера, нам точно не подойдет. Клык. Вообще симпатично,
Тем более сейчас очень модно вот такие всякие украшения прям под шею. Переодеваться. Вуаля! И чем вам не показ Versace? Ну, только для того, чтобы приобрести такой образ, совершенно не обязательно продавать машину. Дюр, жадур. I love your style, baby. Ну вот, Влад, я знаю по себе, творческие люди, знаешь, творят вокруг себя такой творческий беспорядок. Вот как два творческих человека со своими творческими беспорядками уживаются? Хорошо уживаемся. Это все стереотипы, что творческие люди не могут жить друг с другом, что невозможно построить какой-то там счастливый брак. Все от людей зависит. Вот у нас как-то все в этом плане сходится. И в плане быта, и в плане работы, и в любых других. А кто других. Вас больше следит, чтобы вещи лежали на местах? Есть такое, что кто-то раскидывает? Носки не летали. Да. Но у нас есть правила четкое, которое я в свое время перенял у своих родителей. Откуда взял, туда и положил. И если это правило соблюдать, то все будет в порядке. Потому что если нет, то все, это до свидания. А мы вот возьмем и проверим. Прямо сейчас. Ну вот сейчас мы узнаем, кто в доме хозяин. Если открывает Влад, соответственно, Влад. Если Рита, то женщина в этом доме правит. Сейчас. Кто там? О-о-о! Мужчина в доме хозяин. Понятно? Я и там, я и тут, да? Привет. Привет. Заходите. Ух ты, как у вас здорово. Такое скромное жилище. О, Ритуль, привет. Скромное жилище. Так, ну ты не против, если я немножечко у вас здесь похозяйничаю? Ну, похозяйничаю. Так, а где вещи-то? Тут. Да ладно, это все? Все спряталось здесь, да. Чем бы ты хотел меня удивить? Хотя, честно, меня ничем не удивишь. Я ничем вообще не хотел бы тебя удивить. Вот честно, я тебя удивлю. Хочешь? Давай. Это гардероб примерно один в один, как и мой. Это рубашки, джемпера, майки и, я так понимаю, что это, спортивный костюм? Это, да, все спортивные костюмы и джинсы. Ну, а случаются у вас в жизни какие-то яркие прорывы, когда вот хочется одеть желтые, там, розовые, я не знаю, тебе особенно. У тебя есть желтые и розовые? У меня розовых очень много вещей. А я, между прочим, да. Вижу оттенок розового, не надо вот это вот смеяться. Нет, все правильно, у меня есть мои любимые розовые трусы, в которых я, ну, я без них просто не живу. А можно их на них посмотреть? Познакомиться, так сказать. Они сгорели подо мной. Слабость, главная моя, это поясные сумки. Я, собственно, покупала на всяческих барахолках вот эти вот старые такие, знаете, кожаные такие барсетки мужские. Вот, я их клепала, собственно, ручно, переделывала, перешивала и носила. Вот, и сначала меня долго троллили, а потом потихонечку всякие голливудские модницы стали в этом ходить, потом потихонечку на подиумах это появилось. Ну, короче, Рита хочет сказать, что я просто всегда... с нее все началось. Конечно, с меня вообще, содрали с нее... все. И всем, кто троллил меня, издевался надо мной и обижал меня всякими обидными словами, поняли, вы все сейчас не ходите. Ой, бурчи, послушайте. Нет, это мой живот. Я просто не ел еще ничего. Мужчины, как правило, любят девушек вот на таких вот туфельках. Да, вот у меня вопрос. Я лично предпочитаю, конечно, вот такой вариант. Более грубый, комфортный и так далее. Как твой мужчина относится? Что он предпочитает? Повезло тебе с мужиком? Мозг он предпочитает женщин. Прекрасный ответ. I love your style, baby. Влад. Ну, признавайся, пока Риты нет, по клубам ходишь? Привет, Рит. Нет, я не хожу. Чуть-чуть. На самом деле, очень круто то, что мы с Ритой умеем проводить время вместе. Ну, вот, тусоваться вместе, потому что огромное количество пар, они все-таки как-то делают раздельно, но не могут расслабиться до конца. У нас в этом плане вообще все спокойно. Вот, но мы это делаем крайне редко, потому что мы... Оба по определению не тусовщики. А вот у нас в команде есть человек, который всегда готов позажигать и никогда не откажется от веселой вечеринки. Всем привет! Я нахожусь на гламурной бьюти-вечеринке. Здесь собрались все самые красивые звезды нашего шоу-бизнеса. И сейчас я проверю, кто из них действительно красив от природы, а кто...
ну, немножечко сделал себя. Ну вот как ты относишься к девушкам, которые переделывают носы, делают губки? Давайте по-честному, я не переделываю себе нос, но если у меня здесь будет лишний кусок висеть, то, может быть, я его отрежу, я не знаю. Но я не знаю, но я бы не хотела быть совершенно другой. Мне очень нравится то, какая я сейчас. Вы что-нибудь сделали у себя? На лице, на попе, на... Нет. Я планирую себе сделать нос, подправить себе немножко. Правильно думаешь, что нужно подправить. Как вы относитесь, когда девушка себе делает губы, как пельмени? Делает себе грудь в 16 лет. Они, по-моему, пересмотрели фильм «Трансформеры». На самом деле, мы долго думали, на что похоже, когда девушка делает себе ботокс в губу. Это похоже... Химикали. Не химикали. Похоже на опухшее от алкоголя лицо. Как у бомжей. Да. Такие сморщины. Я как-то упустил этот момент, когда вдруг это стало считаться красивым. Когда наши звезды отечественные прекратят делать пластику, накачивать губы, делать грудь? Когда каждая внутри себя поймет, что она красивая. Лен, привет. Я смотрю на тебя и думаю, как ты так пришла в форму, такая красивая, поддерживаешь свою фигуру. Мыслями посылаешь, я стройнее, я красотка. Девчонки, это правда получается? Ты смотришь Love Style на канале STS Love. I love your style, baby. Что сейчас происходит в твоей творческой карьере? С марта месяца я запустил интернет-проект, в котором я выкладываю раз в две недели демки. Просто вот так вот на суд людей, то, что они считают, вот то и пишут. Мы их ни в чем вообще не ограничиваем. Да, на мой взгляд, это все очень прикольно. И появляется какая-то своя аудитория, совершенно другая, до такой степени другая, что меня на Арбате просто тормозит какой-то мужик лет 40 и просто говорит: спасибо большое, мне нравится то, что вы делаете. Пожал руку и пошел дальше. О, я постою, думаю, блин, вот даже ради вот таких только людей я готов просто выпускать эту музыку. Ладно, спасибо. А сейчас время для рубрики «Горячие тренды». В мире моды есть такая вещь, которая актуальна всегда. Это джинсы. Джинсовый лук – это безусловный тренд. В нем можно выглядеть либо очень стильно, либо совсем безвкусно. Это Бронислав Витусевич, дизайнер эксклюзивной джинсовой рваной одежды. Сегодня вы будете учиться, а я вас буду учить. Чему? Как рвать джинсы. Можно делать дырки молотком, можно делать дырки ножницами, но самые модные дырки получаются благодаря наждачной бумаге. Берем наждачную бумагу и банально начинаем тереть. Вот мы протерли, все. Мучились и домучились. Теперь мы показываем, что вот фактура ткани, она рассыпается. Да, очень сильно. И мы сейчас будем вот эту нитку, остатки... Разрывать. Смелее. То есть можно прям рвать ее. Ну, рвать не надо, но имеется в виду. Да. Вот с краю сейчас вот, да, все, теперь высчитывай. Вот смотрите, вот получается горизонтальная нитка, она целая. Все. Но она не имеет такого модного вида, потому что ее надо еще обработать. Для того, чтобы... Значит, у нас джинсы были... Еще один маленький секрет. Да, вот эта ниточка не серая была, а белая. Нужна белизна. Просто обычная белизна. Заливаем машинку и крутим там час. Друзья, используйте белизну по принципу Бронислава Витусевича. И у вас будут самые модные джинсы. После многочасового использования наждачки мы наконец-таки сделали вот такие совершенно потрясающие джинсы, которые мне хочется надеть прямо сейчас. Ну что, друзья, по-моему, получилось очень круто. Я наконец-таки научился рвать вещи своими руками. Спасибо тебе большое, Бронислав. Если вдруг поймешь, что джинсы потерялись, знай, они на мне. Заур, носи до здоровья. Ты Спасибо. Был хорошим учеником. I love your style, baby. Влад, ну что, про твою музыку мы поговорили. Расскажи теперь, кого ты слушаешь. Ходишь на концерты, может быть? Я был последний раз на Тимберлейке. Вот, в Олимпийском. Это был потрясающий абсолютно концерт. Тут, собственно, весь наш шоу-бизнес стоял в проходах и просто с открытыми пачками. И ушли все расстроенные, потому что понимали, что, блин, это космос. Как так вообще? С такими эмоциями мы выходили из концерта. Ребята, я вот никак не могу отойти от встречи с Джоном Ньюманом. Да, у нас была с ним личная встреча. Бедняжка. Он или я? Она все уши прожужжала уже про Джона Ньюмана. Да, все ребят, уши вот сейчас сами посмотрите это интервью и увидите, какой он красавчик.
Джон Ньюман в Москве. Нет, вы слышали? Джон Ньюман в Москве. Да, да, это он исполняет трек «Love Me Again». И у нас, между прочим, эксклюзивное интервью. I need to know now. Help me. No, no. Мне очень нравятся твои клипы. Они простые и в то же время отличаются превосходным вкусом. И мне очень нравится твой стиль, костюм, прическа. Все это как-то элегантно. Ты выглядишь как джентльмен из 18 века на современный лад. Как все это создается? У меня нет цели создать видео номер один прошлой недели или следующей недели. Я хочу создавать что-то вне времени, чтобы это было просто и в то же время цепляло. А какой стиль у девушек тебе нравится больше всего? Мне нравится, когда на девушке плиссированное белое платье или юбка, белые кроссовки или кеды, джемпер с белой, розовой и синей полоской. Обожаю джемпер в бело-сине-розовую полоску. Люблю, не могу. Правда? Да, он прям внутри, в моем сердце. Еще у девушек мне нравятся светлые волосы, которые вьются. Отлично, тогда пошли. Так. Теперь я спрошу прямо в лоб. Что мне нужно сделать, чтобы оказаться в твоем клипе? Ты хочешь сняться в моем клипе? Ты легко можешь сняться в моем клипе. Почему нет? Ты крутая. Серьезно? Так что нет проблем. Класс, дело сделано! Hi, I'm John Newman, and you're watching Love Style. I love your style, baby. Ну а сейчас у нас блиц-опрос. Ты должен отвечать быстро и не задумываясь. Yeah. Кто должен быть в доме хозяином? Я. Yeah. Глаза голубые, карие, зеленые, серые. Любые. Блондинка или брюнетка? Блондинка. Девушка должна быть женственной или наоборот такой дерзкой? Тогда как? Какой вес у Дакоты? Прекрасный. Ну ты справился и вышел с мужским достоинством. Это неловкая ситуация. Потому что 47 не у всех. Ребят, кстати, если у вас тоже появляются вопросы, вы можете задавать их у нас в соцсетях с хэштегом LoveStyleVопрос. Всем привет! Я Настя Смирнова, и сегодня я отвечу на все ваши вопросы. Первый вопрос от Даши Фатеевой. Как изменилась твоя жизнь после каникул в Мексике? Моя жизнь кардинально поменялась. Я нашла новых друзей, поменялся круг общения. Благодаря каникулам, наверное, я стою здесь перед вами, отвечаю на ваши вопросы, участвую в программе Love Style, мне она очень нравится. Какими качествами нужно обладать, чтобы выжить в реалити-шоу? В первую очередь нужно быть уверенным в себе человеком, ничего не бояться. А если ты боишься, то быстро уедешь домой. Если бы мне сейчас предложили поехать снова на каникулы, нет, я бы не брала трубки от продюсеров. Ни от кого бы я не брала трубки, я сказала, что нет, извините, я не могу. Ольга Я спрашивает о моем отношении к пластической хирургии. Плохо я отношусь. Девочки, не родуйте в себя, правда. На окончании школы не нужно делать грудь и просить умолять родителей. Я против всего этого. Рано или поздно это все скажется. Это некрасиво. И мужчин привлекает естественная красота. I love your style, baby. Влад, что ты можешь пожелать нашим телезрителям в эту холодную, иногда очень тоскливую осень? Мне кажется, что не в зависимости от времени года, главное, чтобы просто в душе было тепло, вот, чтобы происходили хорошие события, и их вам побольше. Спасибо большое, и приходи к нам еще. Спасибо, приду. С вами были Маша, Лера и Влад, и вы смотрели Love Style.